Ну, здесь въезд, деревня была раньше, Журавы. Сейчас ее полностью ее нету. Осталось только один двор. Живет отец с сыном. Родственники все в Краснополье, но они туда не хотят. Решили здесь. Вот они сколько уже, как деревни нет, они все здесь и живут. Я уже не помню, сколько лет прошло. У нас там работал Саша Лесник. Но он на коне ехал с братом. Я говорю, куда-то вы съездили? А вот какое-то начальство приезжает, говорит, ездили знаки снимать. Столбы эти вот, ну, что въезд запрещен. Снимали столбы. А через некоторое время опять по новой поставили. Знаки и все эти. Какое-то начальство уехало, вот они посымали. Начальство проехало, они обратно на место. Кто-то выехал, тот уже давно на том свете. А здесь пока крепость. Нормально. Жить можно. Ну вот здесь берем воду. Вот корреспонденты. Я съездил, да, поехал под Минскую Березину, так мне работу нашли там, надо коров пастить, 6 дней пастить, 1 день выходные, говорю, какой заработок, 150 рублей, ну все при советских грошах, так я говорю, это летом, а говорю, зимой что я получу, копейки, говорю. Лисички сдаем, ну, и для себе. Да уже никто на радиацию не обращает внимания. Помилуй, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, снимай отверзиши уста мои, возвеста мои, дело человека, сгибся и припади. Самому Христу, спаси, сидям твоего усилия, наставь я истину твою себя, я буду и того спас моя, мой любовь, Господи, 50 лет ходила мать это в храм. И вот я приехал сюда, каждый год я приезжал, заходил, мне сердце клево болевалось. И я вернулся, или назад, 6 лет тому назад я вернулся сюда, на это место. Восстановил себе домик, маленький домик, где я живу. В этот храм все это разделано, расчислено, мне Господь Бог помог. Вот люди откликнулись. Конечно, мои друзья, мои знакомые, они мне отговаривали, куда ты едешь, да? Что ты знаешь, какая там зона? Но я это не послушался. Когда мне назначение было сюда, хотя и на из этого деревни, из этой же деревни, но когда я сказал, что еду сюда, это был такой удар для ее. Мы тут вдвоем, а там дети. Внуки, я скучаю очень по их. А что тут им делать? Что тут делать, если тут сколько ни работы, ни якой, ну ничего совершенно нема. Что молодым делать? А у вас платье? Долго еще учиться?
Спасибо. Осталось мне учиться еще год. Так, ну, я хочу выехать из деревни, потому что здесь уже мало людей. Здесь нет перспектив никаких. Здесь нет работы, потому что здесь скучно и нету людей, нету молодежи. Те будут нам хоть радиацию платить? Хоть бы нам рубль какой дали. Что ж тих полтора мільйончика, як же мне жить жизнью? А под старость твою помрешь от голоду, что коли хочешь. А як платил, да, конечно, копейка ж хоть была лишняя. Трошки ж заробишь, може рублей яких 40 чи 50, да трохи радиации дадут, так положь лучей нам жить. А теперь его попробуй жить. А молодым мой, як совсем работы нема, ну яким бедным жить? Что, идти красть? А тогда что, в тюрьму садиться? Сильно не хочуть приймати нас ніде. Таких. Бояться, що радіацією заражим. Поїхали на Україну сразу. Во-первых, так з України позвонили, договорили. Вот на кладбище померли там родственники. На кладбище весь хранитель, они не дали ли своих хранителей этих, отдельно вуглик дали, чтобы отдельно хранили даже людей своих. Все позакрывали. У нас самый ближний колхоз – это Краснополье. А так уже в бригадах считается, что трохи рабочих в холмах. Вот, 15 километров от нас. А вот так выпитаются, свое что держать, выпитаются. Огород сеют, грибы, ягоды. Запрещают, но ходим же, надо же как-то выживать. Ничего у нас, особенно в выдвинке, никто не будет, ничего никакого. В Краснополе вот сделали они это спорткомплекс. А что толку они сделали? Комплексы-то. Детёнка, вот малого детёнка надо отдать туда в комплекс, чтобы он поплавал. Мне надо работать, мне надо деньги заработать, чтобы мне в этом бассейне поплавать. А где я возьму гроши, если нема нигде работы? У нас пол Краснополя ходит так, безработные. Ну вот площадь, которая... В 1986 году тут прошла демонстрация трудящихся. Никто не попередил, что прошло Чернобыльское облако и пеплом засыпало. Никто не попередил, что йод примать, что так, там так пекло, что в такую пару, как самая радиация, треба было сидеть по домам и наоборот никого не выпускать. А 26 красовика мы тут гуляли вечером, я памятаю тот день. Шел мелкий, теплый дождик, и ветер полдневый был. С другого бока, если человек головой троху подумает, информация, радиация, что можно есть, что нельзя есть, як себя весь в радиации. Я же говорил, что основное это вот пострадали люди, которые сельхозработами в колгасах занимались и на выселенных, на этих зараженных территориях, когда же радионуклиды никуда не вошли, не упитались, в самом верху, и пыль подымалась, и не дышали это. Ой, ну... А потом рак, тут сейчас статистику неправдивую никто не скажет. Ни в районе, ни в Беларуси. Сколько, что и какая причина. Полил. Раньше стояли знаки, что радиация, сбор ягод, грибов заборонены. А теперь еще можно открыть. Что роддома нема, а побудовали ФОК. Это, про это же газета не напишет. Вот рожать надо людям ездить у Костюковича, у Черикова. Черику не один случай были, что воды отходили, даже мой коллега по работе еще давно-давно не довезли детенка, загинул детенок. Ну, вот помник отселенным вёскам Краснопольского района. С этим помником связана интересная история. Помник это... Чомусь лежав у Яновки під сільсоветом.
довго, нікому не потрібне. А потім його хтось спер на метал. І тільки в Бобруйську його знайшли. Вернули в Краснополі. І ось встановили тут уже в Краснополі, що от тут всі вёски, які відселили з Краснопольського району.